Спортивная аэробика – молодой, но уже довольно популярный вид спорта. Это один из 5 видов гимнастики и стоит в одном ряду со спортивной, художественной гимнастикой, акробатикой и прыжками на батуте. Российские спортсмены ежегодно принимают участие в чемпионатах мира и неизменно демонстрируют высокий уровень подготовки. Сегодня же в Сочи стартовал не только фестиваль «Аэросочи», но и открытое первенство курорта по спортивной аэробике. 15 регионов страны отправили в олимпийскую столицу лучших спортсменов. А это и Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономный округа, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург. Все дети жаждут здесь выступать на олимпийской арене. Они счастливы. Очень многие маленькие просто в восторге, потому что это запомнится им на всю жизнь. Олимпийский дух тут присутствует. Для них это просто карточка, входной билет в спорт. В прошлом году сочинский фестиваль был пилотным, теперь же станет ежегодным. В борьбу на этот раз вступили и юные сочинцы. Отделение этого вида спорта на курорте лишь одно, и работает оно на базе Адлерской спортшколы номер 10. Спортивной аэробикой там занимается порядка 70 человек. Здесь же ребята участвуют во всех номинациях и даже в категории 6-8 лет. Таких же малышей в группу собрали лишь в Севастополе. В целом сочинская команда состоит из 32 спортсменов. Мы выступаем для кого-то, мы выступаем для своего же блага и для своих целей в будущем. Просто выйдем, покажем, на что мы способны, а там уже будет видно. Займем, не займем, будем рады, если что-то, какое-то место получим. Мы команда, мы друг друга чувствуем и верим в себя. И верим друг в друга. Самое главное, не ссориться. Пытаемся друг друга поддерживать во всем. Сочинские спортсмены пока не лидируют, но со многими регионами конкурируют на равных. При оценке программы, которая длится 1,5 минуты, судьи, в том числе международного уровня, учитывают искусство движений, в которых проявляется сила, выносливость, гибкость, а также артистичность исполнения и сложность программы. В целом же спортивная аэробика – это эмоциональный вид спорта. Кто справился с заданием лучше, станет известно уже завтра. Ну а в следующем году в Сочи планируют провести уже чемпионат и первенство России по спортивной аэробике. Инга Габиша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.